Всем доброе утро. Приготовила себе альгинантную маску. Уже сейчас снимать буду. Не такую ашановскую. Но неплохая, видите, уже отходит. Буду сейчас снимать ее. Вот. Буду душ принимать. Всякие такие процедуры. Хорошо застыла. Так, готовлю суп. Вот такой вот курица. Картошка, морковка, лук, грибы, шампиньоны и в конце добавлю вермишельку и зелень. Такой супчик будет у нас. Мясо потом выйму и отделю от кости. Вот, косточки выброшу, мяско останется. Такой вот супчик будет у нас сегодня. И чуть-чуть пюрешки сварю. Все, супчик готов. Такой получился у меня. Вот. Очень вкусно. Я уже попробовала. Здесь картошка на пюре. И здесь буду сразу греть сковороде. Последнее надо доесть. Все. Тут Ники косточки приготовила от мяса. Кусочек хлеба. Короче, подарок Ники. Вот, будем сегодня все доедать. Ну, еще завтра день, в принципе, у нас еще яйца есть, если что, сварю в дорогу. Вот, и хочу постирать тут полотенце. Носки мне надо постирать. Белье. Короче, буду сегодня, сейчас поставлю стирку на полчаса. Вот. Так. После альгинантной маски лицо классное вообще, и аж морщина вот это разглаживается. Знаете, надо, наверное, поделать маски, может быть, даже купить такую маску и делать чисто вот сюда на межбровку ее по два раза в день. Очень классный эффект. Смотрите, маска осталась. Класс. Все, сейчас пойду в душ, буду своих будить и будем собираться гулять. Я хочу сегодня еще раз сходить в Монбансье, купить бусинок себе на браслет, дочке на браслет. Короче, вот так вот. Так. Такая погода у нас сегодня, будем собираться завтра уезжать. А сегодня, ну, два дня еще у нас, завтра до вечера поезд 8. Так что будем балдеть. Сегодня еще гулять, завтра гулять. Вот, сейчас пойдем погуляем чуть-чуть, потом муж на работу уедет. Вот, и на вечер поужинаем, будем еще гулять. Что, покупаются? Вот в этом мы были, заходили, там, где я говорю, кругленькие свечки. Там дядька сидел, торговал. Да. Там, где вы сидели? Да. А вот первым, то он, который тут вот, он, там где-то вообще ничего. У них ни икон не продается, ничего. Странно как-то. Не торгуют они этим. Хотел я бы иконку, может, какую-то привезла бы красивую. Ну, давай в этот зайдем. Куда? Там, где мы в подземелье заходили. А что там? Лучше по спуску спуститься, чем по лестнице. Ты что, Виталик? Я не пойду, там скользко. Тут? Да. Ты думаешь? Конечно. Тут на горке, наверное, на этих, на санках можно кататься. Чего мы не попали? Что? Мясная какая-то порция. Вот это, наверное, может, и тут этот говорил свинину. Да. Свиньи же не зря стоят. И он написано мясная порция. Порция, да? Да. Дикий мед.
это ресторан или там мед продают. Ой, мне в сапог попало. Снег. Ну, мокро. Очень. Да? Интересно такое. Длинные глаза от утра. Сколько лет, интересно, этому? Святая церковь, Успения Пресвятой Богородицы. Германский собор, не то есть он патриархом католикосом всех вермен. То есть это Верменская католическая церковь получается? Или как? А мы вчера в другое место заходили с Виталиной, красивое. Собор Успения Пресвятой Богородицы. А ну иди сюда. Ого, Виталина, 1356 год. Представляешь? 17 столетие. Ему 1600. Сколько ему лет, Виталина? 1700. Ужас. Я даже боюсь представить, что столько лет можно сохраняться. 13 лет строился. Ну, 1000 с чем-то. Это же вот эти камни, наверное, это все вот это старое стоит с надписями. Ну да. Потрогать его. Интересно. Дальний собор, бачишь? 1363 век. Сколько ты сказал лет ему? У кого? У тебя? Ух ты. Ну это не старые шампура, мне кажется. У тебя точно не старые с рыцарями. Сверху просто налеплено. Длинка, ты меня убила. Он, смотри, рог какой у коровы или у кого-то. Видишь, вот это настоящий рог. Видишь? А он топорики эти гуцульские, да, или как они? О! Картина. Ой! Боже. Талина. Ну иди посмотри малышей. А тяжи взять, нет. Я найду. Ну ты смотри, я вперед пройдусь. Так, мы тут фильм смотрим, третий лишний. Так, покажу, что мы набрали. Набрали тут в этом магазинчике, который называется Монпансье. Наверное, рубасов на 300. Три раза ходили. Ну, гривен. Так, муж купил себе такую застежку, ему надо, потому что он купил себе здесь, во Львове, браслет из лавы. Давно хотели такой мужской браслет. Но его придется там чуть-чуть доделать, потому что он маловато на него. Короче, это Виталине колечки. Это Виталина набрала для игры бисера. Он по 7 гривен. Я так поняла, это у нее трава типа будет в конюшне. Да. Это у нее веревочки, ей надо для чего-то.
Так, Виталин, и вот такие вот застежки. Виталина, а ну давай быстро складывай все в кулек. Меня так не показывает. Вот. Давай ты в один кулек сложишь все свое, или тут и папина вот это? Это типа. Ну все, ладно. Муж взял вот такие бусинки себе добавить на лаву. Вот, и вот такие вот маленькие, может быть, между. Посмотрим. Так, пять. Так, дальше. А вчерашний где кулек? Вчерашний, где мы покупали. Ты приготовь, пожалуйста, это. А, вчерашний я показывала. У нас два кулька сегодняшнего. Или я не показывала, я не помню. Мы вот такие, есть, смотрите, эти, не знаю, что это, шармики. Покажи. Сосочка. Да, и такая шарм. Сосочка. И покажи мне. Пузыри взяли там, которые не лопаются. Прячь тоже, да, все. Реально не лопаются. И набрала я очень много бусинок. Потому что, короче, я не знаю, почему. О, потому что Вероничка у меня занялась опять браслетами. Вот, и я хочу браслеты. И у меня есть кое-какие идеи. Короче, я взяла. Это ты себе взяла? Да, это себе. Все, ну, ложи тогда туда. Да, ну, не путался. А там что, такого нет? Нет. Что такой цвет плохой? Короче, взяла я. Слушай, а ты можешь мне помочь взять это все, отнести на подоконник? Вот сюда. Свечку Виталина захотела. Вот такие разновидности у меня. Угу. Для травы. Да. Все, это забирай. Можешь взять мне на подоконник туда, в комнату? Да. Потому что тут что-то свет такой не очень. Вот так возьми и пошли. Тут я уже показала кулек. Здесь у нас вкусняшки. Ты, Виталина, тортик такой сделала. Красивый. Нет. Так, иду. Ой, буду показывать на подоконнике. Свет плохой. Это сейчас покажу попозже. Так. Взяла вот такой. Сейчас фокус. Вот такой бисер зеленый. Ну, я не знаю, Веронике или мне, но мне он понравился. Цвет его очень красивый такой. Виталина вот такие увидела глаза. Вроде это глаза. Они, наверное, клеются. Короче, но они, видите, как настоящие. Вот. Вот такой бисер по 7 гривен. Глаза, по-моему, не знаю, сколько стоили. 12. Ну, за 4 глаза дороговато. Так, это Виталина себе набрала цветочки. Это тоже? Да. А где ты такие бусинки там нашла? Там были. Вот там, где в начале? Да. Нет, не там. Ну, где... Там, где вот эти? В начале? Нет. Где всякие вот эти вот собачки, кошечки? Да. А почему эти бусинки? А, не помню. Дорогие, гривен. Наверное. Нет. Так, взяли еще мишек. По 6 гривен. Виталине, Веронике, не вот у других мне цветов. Две. Виталина взяла себе такую собаку. Угу. Вот. Вот эти. Вот такой мы взяли бисер, потому что я хочу браслет из него. Еще таких взяла. Так, еще такие? Да. А зачем они тебе? Ну, очки. О, слышишь, на глаза. О. Но вот эти глаза будут очки у нас. Они как увеличительный стекло. Смотри, как прикольно. Так, вот таких набрала бусинок Виталина. Виталина, только не по всей квартире, потому что я знаю, у тебя был уже такой набор. Две розочки. Две ромашки. Две ромашки. Это Виталина. Это я взяла. Вот такой черный бисер и вот такой золотой. Красивый очень. Это я взяла одну бусинку. Она дорогая. Я не помню. Ну как? Одна штучка, там 3 гривны, по-моему, что такое стоит. Это стекло. Я взяла, может, Вероничка там добавит к чему-то себе. Вот такие взяла еще Веронички. Ну, они типа, видите, разные. Разные типа переливаются. Вот. Ну, если не понравится, я себе заберу. Вот такие розовые я взяла. Мне вот эти понравились. А что ты себе не взяла? А я не видела. Я ж тебе сказала, возьми, пойди там, где вот эти. Бисер. В начале, там, где вот эти были. И вот такие.
взяла ей. Ну, завтра все равно. Я вчера ей такие взяла. Взяла добавить. Она хочет и браслет, и колье. Нет, завтра уже туда не пойду. Почему? Все, все, Виталин. И вот эти взяла себе, наверное. Или Веронике на браслет, или себе. Или она себе между вот этими добавит. Короче, посмотрим. Вот. Вероничка раньше у меня очень занималась браслетами, делала всякие украшения. Вот, я, кстати, думаю, может быть, опять начать делать. Можно продавать. Мне вот эти понравились очень. Кстати, вот эти с этими бы сочетались вместе. И вот эти тоже сюда, в тему вообще. Очень красиво. Ладно. Не знаю, давно хотела этот бисер. Может, он просто будет лежать, но... Не знаю, там что-то упало в батарею? Нет. Нет? Сложил кулечек сюда. Сюда. Это мое все. Так там вот это еще Вероникина. Потом ей дашь. Там три мишки, по-моему. Или сколько я просила. Покажи стекляшки, пожалуйста. Там стекляшки стоят. Ну, так я же сама их не раскрою. Ты придешь или нет? Так. Зачем ты так бросаешь? У них же ножки отбиваются. Раскрой каждую. Вот такую лягушку Виталинка захотела. Но мы везде, почти где бы мы не были, покупаем вот этих стекляшек. Осьминога. А собачку ей очень понравилось, да? И вот такую пчелку. Все, да? Да. Вот. По 20 гривен они были. Хотя они вообще обычно 15. Ну, даже бывают по 10 такие маленькие. Но не было. Были по 20, поэтому мы взяли. Ну, осьминожку мы, по-моему, за 15, да, взяли где-то в магазинчике в другом. Да, мы взяли там, где кролика в первый раз увидели. Угу. Вот. Пчелка вообще класс. Так, сюда осьминожка пойдет. Виталинка, я не могу сложить одной рукой. Поскладываешь? Все, и забираю эту всю коробочку. Запустила. Так, можешь тут поскладывать трошки? А, не тебя не показываю. Забери вот этот пластилин куда-то. Вот, кстати, с Монпансье еще кулек. Еще эти бусинки, которые я покупала вчера. О, еще мишки эти. Хочу сюда все показывать. Это показывала. Я хочу сложить все вместе. А то как-то оно все разбросано. Зеркало горит у нас красиво. Виталинка, да ешь пончик, да допей ряженку. Шубу вчера намочила, утром встала, трусанула ее, и отлично. Так, взяли еще, я не помню, показывала я вот этот вот, как гласит, бальзам, бальзамика, оцето, как он, не соус называется, бальзамический крем, он такой густой. Это не уксус, это на основе уксуса. Мы вот этот берем, он 90 гривен стоит, недорогой. Вот, я сегодня взяла себе пиво попробовать, мы такое не брали. Это правда есть, крафтовое пиво. Вот, тут оно во Львове продается, но уже и в Киеве у нас появилось. Том Ям называется, новое какое-то, с лаймом, имбирем и чем-то там еще. Короче, я взяла попробовать такое. Я сегодня попробую, если очень вкусное, я еще возьму. Вот. Вот в таких фирменных вот пакетах идет, вот, правда. И так, темно совсем. Вот. Правда, пиво хочу попробовать сегодня. Вот. И вот такое вот. Взяли медовуху, я не помню, показывала или нет, гречану. Это натурального брожения мы взяли с собой, домой купили.
Вот, в принципе, все. Тут супчик, половинка на завтра останется. Картошечку сегодня сварю. Вот. Сейчас посуду. Виталина, мне надо, чтобы ты кулёв постелила. А где мусорные пакеты? Были ж тут, внизу. А, вот, пожалуйста, на. Постели, потому что мусор надо выбросить. Сегодня с чашки ела. Ну, тарелок не хватает, хочется все вместе покушать, а тарелок не хватает. Пришлось кушать с чашки. Ну, а кто накидал сюда? А ты что, бисер повысыпала? Я такую... Мам, мне нужно. Да, хорошо. Решила полежать чуть-чуть, пока Виталинка там ванну себе набрала. У нас еще светло. Ну, я решила полежать чуть-чуть. Такой кайф. Фух. Вообще круто. Вы не представляете. Обалденно. Ой, полежим сейчас. Она в ванной лежит. Я в спальне полежу. И потом пойдем куда-то прогуляемся еще. Вот. Кстати, написали мне там два человека про переезд в Харьков. Не-не, вы не угадали. А нет, Харьков вообще не мой вариант. Не-не-не, Киев на Харьков я не променяю, это однозначно. Нет. Это нет. Во-первых, ну, нет, в Киеве столько совершенно другая архитектура, старая, вот подобно Львову, да, вот, и Подол, Крещатик, в Харькове ж такого нет, вот, ну, по-моему, Киев, я не знаю, не буду утверждать, но это, по-моему, город старее, нежели Харьков. Там Харьков, он более такой современный, индустриальный город. Я такой, такие города мне не нравятся. Ну, как бы я люблю все города, я люблю находиться в разных новых городах, но для жизни не-не-не, это не мой вариант. Я не знаю, какая там должна быть зарплата, чтобы туда переехать. Ну, вот. А так мне, во-первых, реки, нету там никаких озер, рек в Харькове, ну, по крайней мере, в таком количестве, как в Киеве, да, вот, поэтому я, это не мой вариант, мне нужен лес, мне нужны реки, мне нужен город, мне нужен красивый центр старый, вот, ну, я не утверждаю, что Харьков тоже красивый город, но это не мое, вот, нет. Что есть город, который я бы поменяла бы на Киев, вот, по одной большой причине. Вот, в принципе, в Киеве, если сравнивать Львов, да, тут и центр намного меньше, нежели в Киеве. И в других городах то же самое. Вот, по месту гуляния, да, то в Киев, я думаю, не сравнится ни с каким украинским городом. Вот, там намного больше мест, где можно проводить время, именно гуляючи. Ну, мне еще нужна архитектура красивая, красивые старые дома я люблю, вы знаете, окна, двери, это мое. Вот, Львов он маленький, в Харькове мне тоже не будет что делать. Харьков это вообще город для работы. Там в основном вот это швейные, там фабрики какие-то всякие, там все время что-то изготавливают, делают, но нет. Для жизни нет, там должна быть такая зарплата тогда, чтобы можно было раз в месяц ездить в Киев и раз в 3 месяца за границу летать. Вот, нет. Отгадывайте еще, мне интересно, какие вы еще города напишите. Я, кстати, в Харькове не была, ну вот, но может даже и не буду, не знаю. Вот, хотя есть возможность и Днепр, и Харьков посетить, но не знаю. Как-то муж мой не под впечатлением, поэтому лучше я во Львов съезжу. Тут атмосфера, мне просто больше, это моя атмосфера.
Вот львов, и поэтому мне здесь комфортнее. Так, что мы делаем? Отдыхаем, ходили, погуляли, отдохнули. Получаем удовольствие, короче говоря. Телевизору, конечно, здесь во Львове ничегошеньки нету. Такая какая-то ерунда. Один канал, К2, вот этот я смотрю про ремонт, там про еду. Ничего больше нет интересного. Сейчас, наверное, залезу в YouTube, посмотрю. Видео какие-то. Что они делают? Ладно, пока выключаю, чтобы просто ерунду не снимать. Потом подключусь. Так, набрали снега, тут Виталинка в снежки играет. Забыла вам показать одну вещь. Вот, купили магнитики. Хотела давно, но вот в прошлый раз была, не купила. Не знаю, вот такие деревянные мне нравятся. А, наоборот. Вот. Львов. И вот такой пасачок мы увидели. Не знаю, будем пользоваться им или нет, но он мне очень понравился. Виталинка захотела, мы купили. 20 гривен. Сюда парафин, воск наливается и... Яйца, пысынки размалевываются. Покажи. Сейчас. Не надо дуться. Снежки играют, короче. Я приготовила салатик вот такой вот. Огурчик, помидорчик, лучок. Здесь готовлю пюрешечку. Правда, не уверена, что мы будем сегодня ужинать дома. Не знаю, мы или сегодня, или завтра в ресторан пойдем. Вот, собираюсь потихонечку, хожу все по квартире, собираю всякую мелочевку, потому что там все разбросано, уже завтра ехать. Вот, пузыри еще купили, вот такие 17 гривен, они не лопаются. Вот смотрите, как Виталинка зайчика перерисовала. Брошку такую купили, ему красивую. О, очки можно мои сложить. Солнце, кстати, сегодня было, но я не одевала. А первый день одевала. Очень даже пригодились. Ты что, пирожок съела? Молодец. Надо в дорогу тебе что-то взять. Вот это квартирный вопрос. Смотрю постоянно. Нет, как он? А, дачно-видповедь. Короче, не знаю. Передачу смотрю. Так, надо вот сейчас подсобрать, хочу вещи. Вот. Это все разбросано. Муж где-то едет уже с работы на такси. Ой, классно. Не хочется домой уезжать. Да, Татьяна, домой не хочется. Хорошо. Так, ладно. Нас весело. Блин, не надо, здесь в комнате слышно. Ой. А. Чушь не моя. Боже, шо, я на что-то села. Ты на замятку села. Так не гоцай, Виталин. Все. Так. Ты ж меня снимаешь? Нет, да. Меня снимаешь. Сейчас пойдем прогуляемся с Виталинкой. Вот. И потом. И куда ты это сходил? Макдональдс? Да. Я вот думаю, сейчас покушаем, потом пойдем. Я кашу хочу.
Ой, ты вечно хочешь не то, что надо. Покушаешь потом кашу свою. Каша для меня как Макдональдс. Да, так все, мы в Макдональдс не идем. Нет, ну там разновидности. Смотри, я такие... Вот эти, которые с языками такие ящеры. Игуаны? Да, игуаны. Или комода? Комода. Комоды? Я комод. Да уши у тебя, конечно, как у ослика. Не губай, тут сильно из-за этого паркета очень слышимо. Иди на плитку туда. Там с подогревом пол и хорошо это. В домик иди. Ой. Так. Духовки, которые я запекаю. Так, прибежали, пошли в Макдональдс, хотели с Алинкой пойти. До 10 часов все рестораны тут заказы. Макдональдс только на вынос взяли. Кстати, вот у пива я вам показывала, очень понравилось. Так, будет сейчас кушать Макдональдс. А мы с мужем. Да. Еще не показала вот такие карты Львов. Я купила Веронички, ну не знаю. Или просто нам ты домой. Что это такое? Не знаю. Это у меня, наверное. Очень классные такие прям открытки из Львова. Очень крутые. Красивые. Вот. 30 гривен стоили. Все, сейчас будем кушать. У меня пюрешка. Салатик сейчас заправлю маслом. Пюрешка, правда, без сливочного масла, без молока. Ну, нет, ничего. Поджарю сейчас мясо типа стейков. И селедочку сделаю с лучком. Вот. И будет такой у нас ужин. А потом мы пойдем гулять. Пойдем гулять. Сейчас раздеваюсь. Жарко. Так сейчас окна пооткрываю. Тут в кухне пол только горячий. Ну, топится. Пол. Ну, и там теплый там. Пол. А в спальне две батареи под окнами. А в ванной вообще нет отопления. А, в ванной только этот. Полотенцесушитель и все. Даже пол не теплый и нормально. Так что замечательно. Вот. Все, будем кушать. Откуда это? Это что там висит? Я знаю, все. Я мужик. Вот он перед тобой. Видишь эти мышцы? Это мышцы мужика. Видишь волосы? Ну что, я буду принимать ванну. На сегодня все. Всех люблю, целую. Пока-пока.